Сегодня исполнилось 130 лет со дня рождения классика чувашской поэзии Константина Иванова. Самое известное его произведение, поэма «Нарспи», переведена более чем на 20 языков народов бывшего СССР и иностранных. Константин Иванов прожил короткую, но яркую жизнь. Ученик и сподвижник просветителя Ивана Яковлева. Он переводил на чувашский язык религиозные тексты, произведения Лермонтова, Бальмонта, Некрасова, сам писал стихи. Самое важное свое произведение он создал в 17 лет. Кроме этого, был художником, фотографом, изобретателем. В экспозиции Литературного музея в Чебоксарах хранятся поистине удивительные вещи, свидетельствующие о том, какой неординарной личностью был Константин Иванов. Это конструкция деревянной печатной машинки, которую сконструировал собственноручно сам Константин Васильевич Иванов. Константин Иванов умер от туберкулеза в неполных 25 лет. И это невосполнимая утрата для чувашской культуры. Проживи он дольше, его вклад в духовное наследие был бы еще значительнее. Традиционное возложение цветов к памятнику Константина Иванова состоялось сегодня в селе Слагбаш в Башкирии, где родился и похоронен поэт.